Рамос. Марсело. И Нейнгалан прекрасно видел, что именно от бразильца мяч уходит за пределы поля. Марсело Карвахаль на флангах, Варан, Рамос в центре поля. Здесь вполне привычная, такая привычная расстановка. Гораздо интереснее будет присматриваться к средней линии и к атакующей группе, ну, поскольку подача. Можно бить удар, перекладина, Тотти! Франческо! Свой же помешал пробить. Хороший момент уже на 4-й минуте встречи. И вы заметили, там трибуны не столько кричат, сколько восторженно ахают. Увидели, то есть, вот это, и когда так делает там 100 тысяч человек, такой своеобразный получается шумовой эффект. Вот вообще-то это Янган Бива помешал Тотти сразу пробить. Тем не менее, Тотти обыграл на замахе Серхио Рамоса. Ударил таки, но уже тяжело было пробить сильно. Поэтому Марсело успел мяч вынести с линии ворот. Я не успел сказать, что Бениц пробует же линии штрафной площадки был фол. Ох, как! Удар! Еще разочек. Жервиньо. Мяч отскакивает к Эшли Коулу. Коул наш Эшли разворачивается. Франческо. Как-то получилось несколько фамильярно. Супер Франческо. Великий Тотти отдал передачу. Можно пробить. Де Росси. Тотти. Жервиньо. Единственная замена, сделанная в первом тайме у Ромы после 35 минут игры, Франческо Тотти поле покинул, вместо него вышел Сиду Думбия. Вот, пожалуйста. Кто еще? И Турбо тоже вышел на поле под седьмым номером у Ромы. Мне еще так показалось, что я Алессио Романьоли тоже увидел, но Манолос вышел под 44-м номером. В общем, тут и состав уже совершенно иной получается. Давайте я вот как сделаю. В первом тайме состав у Реала был такой. В воротах Навас, а полевые не выручил вот в этом случае. Ну и я продолжаю пристально наблюдать за Денисом Черышевым. Как ни крути, а Денис на сегодня это единственный футболист наш, который, в общем, на взрослом уровне в Европе. Бензема. Вы знаете, у меня вообще есть подозрение. Дело в том, что у меня Кико Касилья, голкипер, новый голкипер мадридского Реала, в заявке обозначен без номера, но вот вышел человек с первым номером на поле, у меня есть подозрение, что это он и есть. Я просто честно скажу, еще один защитник Данила вместо Карвахаля, у которого была травма, но вот сейчас он готов играть. Если честно, вот я не знаю, как он выглядит, просто Касилья, я сейчас нашел фотографию в интернете, но так сказать довольно сложно. Черышев, по-моему, упустил мяч за пределы поля, включился в эпизод не очень плохо. Неплохо, да. И свободное пространство нашел. Секунду времени. Метра, может быть, не хватило. Да какого метра? Полуметра не хватило. Десять минут остается. Подача, Иско. Залимонил мяч во Флоренции. Черышев. Ох, как хорошо. Иско. Ну и Манолос тоже в порядке. Первый на рывке успел, остановил.
Чершев.